15 сентября в 18.00 с 18 до 19 пройдет акция, которая будет называться «Вежливая собака, богатый хозяин». К этой акции присоединилось местное отделение партии «Единая Россия». Будем вести разъяснительную работу среди хозяев домашних животных, среди хозяев собак. Будем разъяснять правила выгула, давать памятки, вручать док-пакеты. В городском парке предполагается со следующей недели установка док-пакетов, диспансеров с док-пакетами. И для того, чтобы провести эту установку, нужно для начала разъяснить, что это такое и как этим пользоваться. А также разъяснить положение административного законодательства, которое говорит о том, что не убирая свою собаку, а вы нарушаете административный закон, тем самым должны нести ответственность в виде штрафа. Вот такая интересная будет акция. Если будет возможность ее светить средствами массовой информации, мы будем за это очень благодарны.